Взбешенная Ксения Бородина ударила участницу «Дома-2» по голове. Телеведущая не стерпела хамства девушки. Ксению Бородину так вывело из себя поведение одной из участниц реалити-шоу «Дом-2», что она решила поучить ее уму-разуму непосредственно во время съемки. Елена Хромина громко кричала перед камерами и нелицеприятно отзывалась об окружающих ее людях. Хромина говорила очень громко, не заботясь о том, что рядом сидела Бородина. И получалось так, что Елена кричала телеведущей чуть ли не в ухо. Один из ведущих спросил Хромину. Слушай, ты не глухнешь? Чего ты кричишь? Я просто хочу сказать. Нет, не глухну. Я глухну. Да, просто, к сожалению, вести. Прокомментировала эмоциональное выступление участницы шоу Ксения. Но на замечание телезвезды Хромина не обратила ни малейшего внимания. Зато с удовольствием переключилась на психолога Наталью Толстую. Заявила она Толстой. Та лишь добродушно рассмеялась. А вот Бородина оскорбления терпеть не стала. Почему людей тут оскорбляешь? И от души огрела грубиянку планшетом. Елена в ответ начала смеяться, по всей видимости решив, что Бородина так пошутила. Но телеведущая была настроена весьма серьезно. Впрочем, как и поклонники телестройки, большинство из которых, посмотрев видеофрагмент грядущего эфира в соцсети, сошлись во мнении, что Хроминой нужно лечиться. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!